Сейчас мы находимся в штабе Общественной палаты по наблюдению за всероссийским голосованием о поправках в Конституцию. Здесь собираются добровольцы, общественники, волонтеры, которые готовы оказывать правовую, консультативную помощь по поводу организации проведения голосования. Кроме того, здесь с нами в штабе находятся добровольцы, которые все эти дни работали на горячей линии телефонной и принимали звонки наших граждан. К нам с вопросами обращались и рядовые тюменцы, и жители Тюменской области с вопросами о месте нахождения участков для голосования, о времени работы этих участков, а также обращались непосредственно наблюдатели. Иногда звонки не смолкают, и порядка 50 звонков мы принимали ежедневно. То есть за чуть больше, чем неделю нашей работы, это, соответственно, уже больше 500 получается.